Нам сюда! Тут уже недалеко до станции! Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артем. Стой. Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха. А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, я вообще с какой станции? Артем с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Черт, на зачем? Посадите меня! Давай. Скорее! Что скажете, а? Ну что, еще охота? Жги гранатами! Ну, идите сюда! Скотина! Нравится? Нравится, твари! Ишь, как убирают! Вот это я понимаю! Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Подумаешь, пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворота открою. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую... Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так что выжили. Артем, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел.
А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабилась, что... Аврора, повторите. Прием. Аврора, как слышите? Прием. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы! Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Артем, ты фильтры не забыл восстановить? Там будет негде. Может, на другой полке? Это посвежее той. Интересно. Скажи, Кирилл, а как все же получилось, что вы с отцом остались одни? Зеленка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше, кто в боях, кто при пожаре погиб. Входы охранять некому, ну мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомню. А, да ничего, я привык. Ага, вот она где! Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та. Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед!
Так.
Артём. Артём. Вставай, пора. Полковник передал, что карта у него. Что он есть? Не буду. Вам надо торопиться.
Лена. Потом он проходил на связь еще раз, но Артем...